21 апреля 2024 год. Внеурочная запись. Только что узнал, что в Часовом Яру родился Иосиф Виссарионович Кобзон. Иосиф Виссарионович. Иосиф Кобзон. Господи, я не знаю, какое у него отчество, но получилось смешно. Не сегодня, конечно, родился, а давно. 11 сентября 1937 года. Так я теперь понимаю, что туда рашисты ломятся, блин, вот это с суицидными этими наступлениями. Они хотят попасть на концерт Кобзону. Блин, эпично. Меня недавно россиянин один спрашивал с Москвы. Калаврот, Калаврот, Евпатий Калаврот. Он полтора года назад меня спрашивал, там, сейчас, не спрашивал, говорит, я сейчас Синькиюку возьмем там под Купянском, а я там жил десятилетий пару, наверное. Я эти места знаю как облупленные. Там на дельтаплане, там такие холмы, там такие леса, это Купянска, Шаровка, я там работал на механизированном участке еще в 90-е при Войтюке. Там вот такое вот все, косогоры там. Я говорю, хрен вы возьмете, что, не буду сейчас говорить куда. Ему сказал, ну они эту Синькиюку полтора года. И он меня теперь спрашивает, а Часовой Яр там возьмете? И я ему сказал, что нет, но я же не знал, что там Кобзон родился. Я понимаю, что сейчас там аншлаг. Я не знаю, как там сложится. Я понимаю их желание побыстрее к кумиру своему отправиться. Это эпический караул. Кобзон, Иосиф Кобзон Виссарионович. Ну он вас в аду ждет, рашисты. А пакет дали вчера. Еще, ну не могу. Я сегодня, ну 4 часа, наверное, спал. Не могу. Настолько я перевозбужден от того, что 7 месяцев мы ждали, и сейчас вот это пойдет. Сейчас я уверен, просто начнем гораздо активнее расходовать там, я не знаю, всякие атакамсы, всякие там, я не знаю, GLSDB, потому что знаем, что уже следующие на подходе. И я жду, не дождусь, когда грохнется этот Крымский мост. Жду, пока СБУшники наши, гуровцы решат, ребятки, блин, как оно, что должно сложиться. Но это будет уже совсем скоро. Чувствуется это уже, чувствуется просто, я не знаю. Такое предстоит жаркое лето. О, все буду Украина.